Твери с приходом холодов началась консервация фонтанов. 20 октября проведена установка защитного каркаса из брусьев и монтаж укрывного покрытия на фонтане, расположенном возле мемориала «Город воинской славы». Также работы будут продолжены и на остальных фонтанах, расположенных в областном центре. Полностью завершить консервацию фонтанных комплексов в Твери планируется до конца октября.